Георгий Петрович, как оцените итоги жеребьевки? В принципе, для нас сейчас простых групп не бывает. Как сложилось, так сложилось. В принципе, рабочая группа. Можно со всеми играть, соперниками, можно брать очки, но для этого нужно быть самим готовым во всеоружие. Так что считаю, что подгруппа нормальная. То, что не попало из первых корзин, скажем так, звездных команд, это плюс или минус из первой-второй корзины? Ну, как сказать, что значит звездных? Я считаю, что Швейцария хорошая команда, обыгрывала многих звездные команды. Сейчас в Европе футбол на очень высоком уровне. И определить, кто сейчас звездная команда, кто не звездная, очень сложно. Как сложилось, так сложилось. Повторю, что группа нормальная, рабочая. Так что нужно играть. У нас одна из трех групп, в которые попало 6 команд. Это плюс или минус для нас? Я думаю, что плюс, потому что не нужно искать товарищеские игры. Официальная игра все-таки лучше любой товарищеской игры. Я думаю, что это плюс.